пожалуйста, кидайте ее, хорошо? Виталий, ты рамэ будешь, ты рамэ будешь. Я с Грузии, допустим, с Украины. Вы хорошо говорите на русском? Ну, конечно, я говорю на русском, хорошо. Вот, Новый Завет, возьмите, пожалуйста, и Бог вас благословит. Только читайте, хорошо? И я хочу вам сказать, что Иисус вас очень сильно любит. Он не понравится, что это ваше тоже, но как будто убивает, чем людям покаяться, и верит Евангелие. Да поможет вам Господь. Потому что жизнь человека, что я говорю, а душа, а уже частичка Божьего естества. Но нам нужно изменить стиль своей жизни. И Господь даст нам сил нам помочь. Только мы должны обратиться к Нему. Конечно. Я пастор церкви, правда, не с Филадельфии, но мы сюда приехали несколько раз в году, и вот делимся такой. Может, не о вас никогда больше крови. Но, если вы действительно веруете в Иисуса, Он любит вас, и Он хочет обнять вас, Он хочет помочь. Когда мы увидимся? Давай. Дай Бог вас благословит, а просто заслужаем на украинские дары. Ну, слава Богу, дорожайте. Да. И я хочу вам дать еще этот выражение, что... Но церковь я к вам не попала. Вы знаете, я все равно живу в Клинике, я считал, что я не живу в Филадельфии. Но, если хотите, я вам могу оставить вот мой номер телефона, соответственно, плату, что так вот как я в Филадельфии, я смогу вам помочь. Но я сегодня езжу, потому что я... Вымывайте. Много стоит. Вот держите Господа, нам нужно изменить свою жизнь. Нам нужно родиться. Благодарю Господа.